С 2011 года в Рязани на проезде Шабулина начал действовать Всероссийский центр технической поддержки одного из крупнейших мировых производителей телекоммуникационного оборудования – тайваньской компании D-Link. Именно тогда была открыта первая очередь производственно-складского комплекса. Вторую очередь сдали в эксплуатацию в январе 2014 года. D-Link инвестировал в нее 10 миллионов евро и на 120 единиц увеличил количество рабочих мест. Сегодня в Рязани побывал президент телекоммуникационного монстра господин А.П. Чен. Вместе с главой администрации Рязани Виталием Артемовым он осмотрел свои владения и заявил о намерении в ближайшее время возвести третью очередь. Это дополнительные рабочие места, инвестиции, увеличение загрузки рязанской таможни. Мэр Артемов пообещал иностранцам полную поддержку городских властей. Те услышанным остались довольны, пообещав и дальше развивать сборочное производство, комплектование, оптовую продажу сетевого и телекоммуникационного оборудования, а также его гарантийное и постгарантийное обслуживание.